То, где мы сегодня находимся, это общественное пространство, предназначенное для нескольких направлений деятельности. Здесь могут быть и студенты, которые или занимаются, или отдыхают, или то и другое вместе. Равно как здесь могут быть преподаватели. И это очень важно, поскольку такие пространства очень востребованы. В свое время студенты вышли с инициативой организовать в студенческом жилом комплексе «Парус». И, в общем-то, университет с удовольствием откликнулся, и вы увидите сегодня то, что получилось. Подобного рода пространства еще и несут такую функцию, как позитивное сталкивание, я бы назвал, где химики могут встречаться с математики с историками, и эти междисциплинарные взаимодействия ценны для нахождения истины между научными, междисциплинарными вопросами. Вторая часть – это то, что студенты могут попробовать себя, не боясь ошибиться, в каких-то проектах, там, планах на будущее или мероприятиях. И это может в конечном итоге вылиться не просто в увлечение, но и в профессиональную деятельность. И подобного рода пространство этому, как никакое другое, способствует. Поэтому университет делает и впредь в своих приоритетах будет иметь цели для формирования подобных пространств на других площадках университетского кампуса.